Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу і запрошую вас на розмову на тему мистецтва. Деякий час тому ми в цій студії спілкувалися з нашим гостем, художником Михайлом Петренком. І знову Михайло Михайлович сьогодні у нас в гостях. Я вас вітаю на українській землі, я вітаю в нашому місті. Надзвичайно рада вас бачити. Михайло Михайлович, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что вы подготовили рукописи нескольких книг. И приехали в Украину из Америки, где сейчас живете, с тем, чтобы искать возможность здесь напечатать их, чтобы они нашли здесь путь к своему читателю. И одна из тем, которые раскрываете вы в этих книгах, это как понимать искусство. Совершенно верно. Первая тема называлась «Как определять, искусство или не искусство», а вторая тема – «Как понимать». Еще и третья книга есть «Как делать». Но «Как делать» – это уже немножечко другое. А вот «Как понимать искусство» – это меня всегда интересовало. И это связано и с, больше всего с языком художника, живописным языком художника, который, так сказать, представляет нам картину или представляет нам какую-то театральную постановку, или ну, представляет нам, да, с каким-то произведением. И этот язык искусства, он в 20 веке очень сильно поменялся, потому что стало ясно людям, что и художникам в первую очередь, что жизнь и искусство – это автономны. Искусство автономно от жизни. Это разные вещи. Искусство – это одна из частей культуры, а жизнь – это, так сказать, нечто более общее для людей. И в этом смысле начало 20 века в России, ну и вообще и в Восточной Европе, оно знаменовалось тем, что стал вырабатываться язык искусства. Стали, ну это начали, может быть, еще импрессионисты, но наиболее активно вот язык живописи, то есть то, что можно сказать живописным произведением, невозможно сказать музыкой, невозможно сказать литературе или еще чего-то. Вы хотели что-то сказать? Нет, Михаил Михайлович, я, собственно говоря, у меня возник такой вопрос еще в тот момент, когда вы сказали, что искусство и жизнь, они абсолютно автономны. Мне почему-то все-таки казалось, что искусство может быть как часть жизни, какой-то просто у кого-то это занимает большую, ну, как, какую-то большую часть, у кого-то меньшую, но оно как составляющая присутствует все равно в жизни практически каждого. И действительно, ведь до сих пор, скажем, течение реалистического искусства, mm-hmm. оно до сих пор живет, оно жило в 19 веке, оно жило и раньше, mm-hmm. и это отношение такое к искусству, оно вообще-то зависит от той атмосферы и от того, что человек, атмосферы, которая окружает человека, и от того, что сознание человека, его представление о мире меняется, и представление о мире, о времени и о пространстве. Скажем, у средневекового художника, у него было представление о мире, мы помним все, я помню, что в учебнике физики был изображен человек, который заглядывает за сферу, на которой изображено mm-hmm. там небо там, и всякое такое, а что же там? Это, то есть представление о пространстве было такое, что вот Земля может содержать на трех китах там, или стоит на спине, да.
Вот. Пики, Таслан, да, и художники, скажем, средневековые художники, немножечко позже, они и время в картине представляли как такую последовательность событий. Скажем, там изображая Адама и Еву, эту тему, соблазняя Адама, Ева дает ему яблоко. Угу. Вторая картинка, вернее, на той же самой картинке Адам стоит и держит яблоко, надкусывает угу. его, и, а перед этим еще у змея яблоко в руке. То есть, такое, как... Мы бы сказали, раскадровка мультфильма. Раскадровка мультфильма, совершенно верно. Вот. В 19-м, ну и дальше разные представления об искусстве, о времени было в искусстве. И в 19 веке в связи с появлением фотографий возникла картина, которая копировала фотографии, которая показывала один момент, какой-то, может быть, кульминационный там момент вот той темы, которую раскрывал художник. Там, скажем, Репин – смерть, или арест пропагандиста. Mm-hmm. Его там хватает, вот этот вот момент как бы сфотографирован. Или там еще какие-то, или там... Охотники на привале. Да, охотники на привале, там чего-то они рассказывают. Это фигуративная живопись. Это ну да, это фигуративная. Ну, не только, общем, нет, да. Фигуративная живопись может. Но это живопись, будем так говорить, натуралистическая. То есть она да. как бы списывает то, что списывает есть. Жизнь. Да, списывает жизнь и стремится к правдоподобию жизни. Правдоподобие mm-hmm. картины, оно связано с правдоподобием жизни. И там, если жизнь тяжелая, несчастная у человека, вот он показывает этих бурлаки на Волге или еще какой-нибудь мужичок-пьянчушка или еще там, ну, что-то в таком духе. Критический реализм там у Баклевского, там какие-то карикатурные типы помещиков там или еще чего-то такое, ну, и так далее. Но уже к концу века 19-го, да, уже появляется тема такая, что надо было, люди стали интересоваться фантастикой. Возникает Жюль Верн, сказки надо было как-то изображать, исторические события, на которых никто не присутствовал, но надо было их воссоздавать. Mm-hmm. И, может быть, да, какие-то фантастические сюжеты, очень много было, там демон, там или еще чего-нибудь такое. И нужно было найти прием, который смог бы передавать, что вот это жизнь, это реальность, а вот это вот он уже нечто это такое. Это уже какой-то параллельный мир. Да, другой мир, угу. да, параллельный мир. И, значит, и нужно было его визуально разделять. Ну, скажем, делали там иллюстрации к Библии, там сидит там какой-нибудь старец там реалистический, рассматривает череп, а сзади него ангел. Но ангела, скажем, Доре, он делал вот таким mm-hmm. вот как бы прозрачным, как бы через него просвечивало еще пространство, то есть как бы неземным. Когда же... Были какие-то элементы, да. которые давали да. понять, что это не имеет ничего общего со слепком с совершенно верно. А когда пытались, значит, вот иллюстрируя Гоголя или иллюстрируя какие-то такие вот реалистические, и рисовали реального человека и реального черта, то получались какие-то ряженые театральные персонажи. Mm-hmm. То есть это был... Ну, никто не верил, что это настоящий черт, это кто-то там переоделся. Угу. И поэтому... То есть элемент условности какой-то безусловно, стали да. вводить. Безусловно, вводить условность. Вот, и это было первым, когда люди поняли, что необходим язык, на котором вот этим языком, вот этими символами, метафорой они не передают реальность, а как-то опосредованно показывают то, что нельзя показать. Так же, сформируют какое-то другое условное пространство. Совершенно верно. И
уже стал, если раньше изображали вещь и старались изобразить так, чтобы она была наиболее, так сказать, имела тяжесть, имела там все, да, 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 и это трудно довольно-таки сделать так, чтобы вещь была тяжелая и чувствовалось, что она тяжелая, стоит там на столе или там где-то лежит. А вот это вот, наоборот, легкое там и еще. И нужен был вот какой-то такой язык, который бы показывал там, скажем, голубой, ну, например, цвет. Уже стали понимать, что, скажем, голубой цвет, он больше предполагается им изображать нечто воздушное такое, нечто неопределенное, нечто такое развеществленное. А, скажем, коричневые, земляные какие-то краски, они уже более... это, значит, и цвет получил и таким образом. То есть цвет наделили еще какими-то качествами, которые до этого ему были не присущи. Да, потому что ассоциативно, скажем, там коричневое у нас ассоциируется там, с землей, там, с каким-то, а голубое с небом. Там. Эфир, и, пространство. Да, больше того, возникла психология цвета. То есть некоторые цвета и сочетания цветов, они выявляли некую психологическую составляющую вот этой картины. Скажем, там у Ван Гога есть такое ночное кафе, и там сочетание красного и зеленого и еще какого-то черного, оно передавало вот состояние одиночества, состояние вот такой тоски человека. Вот Ван Гог, да, вот Ван Гог чем и прекрасен, он очень тонко чувствовал вот эти психологию цвета. Психология цвета это еще даже была, определялась в иконах. И в иконах были каноны, что вот там, скажем, покров Богородицы нужно изображать багряным, царей там нужно изображать, а невинность какую-то белым, а еще, то есть это, в этом были какие-то рациональные зерна. Но уже в наше время все очень, ну, в 20 веке это все очень сильно обострилось. И, скажем, сейчас самая дорогая картина, которая стоит миллионы, это крик. Это, да. И потому что сейчас люди, покупатели, они платят не за вещь, они платят за эмоцию, за впечатление. И за, так же, как они в театр ходят, за эмоции. И они готовы платить громадные деньги там, за оперный, за билет на оперу и на какого-то певца, который может такой, так сказать, создавать такое эмоциональное состояние, что это им... Значит, и сейчас искусство, в общем-то, вот и в наше время получило вот такой как бы новый импульс. Художник сам должен очень остро чувствовать эмоциональные вот какие-то вещи и уметь их передавать на своем полотне там, или где-то в музыке или еще в чем-то. Больше того, сейчас очень сильно обострилось музеи, да, вот нынешнее состояние характерно тем, что в музеи перестали ходить люди. И все музеи во всем мире, не только у нас, у нас там и в Эрмитаже, и да, публика не ходит, особенно молодежь. Не ходит, неинтересно им в этих музеях, особенно когда появилось вот это абстрактное искусство. На первом этапе это было необходимо, потому что на первом этапе как раз абстрактное искусство было призвано обозначить. Это вот жизнь, а это искусство. Давайте не путать. И Балевич, этот черный квадрат, он не как искусство, он наделял этот черный квадрат значением смерть искусства. И он таким образом показывал смерть прежнего искусства и показывал как бы новое искусство, которое грядет. Показывал.
Это был символ, это не была картина, это был символ до сих пор. Понятно. И люди платили за символы. Но потом стало этих символов так много, и развелось очень много мошенников, которые начали, так сказать, паразитировать на этом деле. А первые, вот те, кто там, скажем, или там, ну, неважно, во всяком случае, понятно, вот эта вещь. И сейчас сталкивается с кризисом. Но это не кризис безобразия или безобразности, это кризис контакта с публикой. То есть... Ну, вы знаете, Михаил Михайлович, я прошу прощения, что вас перебила, но вот на самом деле вы говорите о том, что сегодня речь идет не столько о произведении искусства как о таковом, как о том, что человек приобретает не вещь, а эмоцию. Да. Я не могу сказать, что я очень хорошо знаю современное искусство, вот то, которое обозначает именно как contemporary art, да? Но, тем не менее, вот те эмоции, которые вызывает оно, мне в них некомфортно. Мне комфортно в тех эмоциях, которые вызывают живопись вот в нашем музее Верещагина. Я не к тому, что это самый лучший музей. Я бывала в других музеях. Я имею в виду, что не вот это остро-современное, актуальное искусство, как его еще называют. Почему-то эти эмоции, они достают, может быть, даже не самое лучшее во мне. А мне хочется, когда я прихожу, когда я ищу общение с искусством, чтобы эмоции все-таки были положительными. Вот что более истинно? Мое желание, стремление к положительным эмоциям или, может быть, какая-то моя рефлексия, которая заставляет выискивать, что же там у меня некомфортно? Моя реакция на современное искусство как... Ну, как какое-то инстинктивное движение, и только потом я начинаю думать, а почему же? Почему же так? Я не совсем вас понимаю. У Верещагина, например, есть такая картина, там, гора человеческих черепов. Да, есть, Верещагина, да. Апофеоз войны. Да, апофеоз, да. У Верещагина есть, даже в нашем музее, там, он этих мертвяков показывает где-то в черном есть, этом да. самом. Вторая, значит, смерть героя тоже над ним там какие-то клюют его какие-то грифы там и все. Значит, я думаю, что он просто не нашел язык для того, чтобы показать, ну вот, привлечь искусство и показать эту эмоцию уже как эмоцию искусства, не натуралистическую. Собственно, я говорю о язык, потому что языком можно сказать поэтическим языком о чем-то трагическом, страшном там или чем. А можно, так сказать, рассказывать про кишки, там, которые выползают, всякий натурализм, который вообще, я не думаю, что у вас от этого комфорт возникает. Нет, конечно. Вот. Комфорт возникает, когда вы получаете... или позитивную, или негативную, но она уже окрашена, вот как бы как искусство, которого... как музыкальное. Вы плачете, скажем, как реквием Моцарта там, или реквием Берди, вы можете там, восхищаться, вы можете плакать, вы можете, ну, но это уже чистая слеза будет, будем так говорить. Но в таком случае получается, что я реагирую уже на вторичную эмоцию, на обработанную? Безусловно. Безусловно, и так и нужно. Вот это как раз искусство, это искусственное, это то, что уже создано. И вы как бы, искусство ведь ничего не может научить, искусство ничего не может, так сказать, сделать. Оно может только разрыхлить вашу душу для принятия добра и там, сострадания или еще чего-то такое, или восторга, или еще чего-то. Вот когда вы, ну, понимаете, здесь есть некоторые... Это только подготовительная работа. Искусство, да, безусловно. А важное... Ни в коем случае ни воспитание, ни образование, ничего. Искусство от этого далеко. Есть другие сферы. Есть сфера образования, есть сфера религии. Искусство – это не религия. Когда вы говорите, ну или кто-то говорит о духовности, это не сфера искусства. В искусстве, если я не верю в Бога, какая там, или там кто-то не верит, что там можно говорить, что я бездуховный или он бездуховный?
То есть у меня нет, так сказать, христианского или какого-то другого сострадания. Есть сострадание. Не в этом дело. Религия – это отдельная совершенно сфера. И не надо… И икона – это у нее своя функция. Функция иконы – напоминать о Боге, напоминать о благе, о любви, о каких-то… Это напоминание. И такого рода искусство, оно как бы… Оно, действительно, но оно прикладное. Так же, как прикладное искусство, например, пропаганда. Пропаганда или коммерческая реклама, или еще чего-то. Книжная графика в какой-то степени. То есть, если она напоминает вам или как бы идет параллельно тексту. То есть, рассказывает... какая-то определенная функция дополнительная. Да, дополнительная функция. Задача, функция, Как бы параллельно тексту разъясняет вот этот текст, там, показывает, что художник вот думает, например, так. И, может быть, он больше прав, создавая картинку на эту тему, чем автор. А тогда Энди Уорхол, искусство вот в этом контексте? В каких-то вещах... Нет, Энди Уорхол – это коммерческое искусство. И он его рассказывал... Да, вот в этом смысле, вот в этом безусловно, контексте. Безусловно. Но его функция, значит, примерно та же самая, что у Малевича и Кандинского. То есть дать зрителю по башке вот каким-то... Сообщить, чтобы был, что что-то, да. Да, сообщить, но что, вот. Чтобы зритель был очень, так сказать... рассержен, как бы, чтобы возник стресс. Так же, как Дюшам, по-моему, поставил, первым был, он поставил до Уорхола, он на постаменте поставил унитаз. И этот унитаз был как бы... И этот унитаз я видел. Он стоит, да, в Метрополитен. Он сказал, что это, вот если его поставить, любой предмет, поставленный или помещенный в раму, или поставленный на постамент, он уже может рассматриваться как произведение искусства. Да. Какой-то определенный автор. Да, а этот тот, поставил банки там, кучу банок там, супа там какого-то. Человек, так сказать, не понимая для чего это, сердится, получает эмоцию. Запоминает это. Разрыхление все-таки происходит. Безусловно. Даже вот в таком моменте. То есть лишить человека как раз вот этого самого комфорта. Раздражить его. Вот функция такого рода искусства. Ну, есть другое искусство, которое, так сказать, другие эмоции вызывает. Это с формы нахождения вот каких-то воздействия. И это какая-то форма какого-то диалога уже получается со зрителем. Безусловно. То есть это вот реплика с этой стороны, а мое раздражение, моя реакция на это моя реплика. Да. И вот уже завязалась беседа. Да, и искусство возникает не потому, что я это сделал, и не потому, что там протестует зритель. Искусство возникает вместе. Сейчас зритель... Он становится моим соавтором. Без зрителя, ну вот в этом искусстве, без зрителя искусство уже как бы не существует. Оно возникает как нечто полярное вот между двумя потенциалами. Но я думаю, что сейчас уже от этого, вот от такого рода искусства, уже оно уже не актуально. И не то чтобы некомфортно, а оно... уже мало что говорит, то есть не появляется новых смыслов. Вот когда Малевич сделал квадрат, он это как бы предъявил новый... Конечно. Да, он сказал, вот смотрите... Кроме вот, констатации факта, же, это да, был еще и новый как смысл. Как-то. Поэзия Маяковского, там, скажем, он там какие-то странные там метафоры, какие-то там неологизмы, там, это не нравилось, неважно. Маяковский находил какой-то новый язык, и этим новым языком он говорил, но... Если сейчас говорить этим языком, все уже прошло. И это мы уже на этого человека уже, или поэта, который там подражает Маяковскому. И не даже... отреагируем. Нет, не отреагируем. То есть мы на пороге, я так понимаю, если вот развивать дальше эту тему, то сегодня мы на пороге поиска новых смыслов. Безусловно. По сути. Даже не столько новых форм, возможно, вы как молодец. Скорее поисков смыслов. Конечно. Конечно. И современное искусство как раз и характеризуется
Во-первых, как я уже говорил, в первом, художественным пространством и художественным временем. Нереальным, а художественным. Вот поэтому фантастика сейчас приобретает большое значение. Поэтому, скажем, там... другое обращение. Да, отношение к времени. Другой формат, время, да, время уже становится гибким. Мы можем в этом времени возвратиться назад, мы можем идти вперед, мы можем его замедлять, мы можем... Время становится... конструктор складывается. Совершенно верно. Воздействие. Время как часть языка, как воздействие на нас. Оно нашу эмоцию там каким-то образом усиливает или ослабляет. Михайло Михайлович, вичерпано час нашої сьогоднішньої зустрічі. Мені надзвичайно прикро, але я пам'ятаю, що є ще одна книга, да. У вас в рукописі їх три. І я сподіваюся, що наша зустріч в цій студії, вона не остання. Я впевнена, що наша зустріч в цій студії, вона не остання, тому що ви любите Україну, я впевнена в цьому. Приїжджайте сюди і відтак думаю, що ця ваша поїздка до нас, приїзд до нас не останній. Да, я тоже так думаю, потому что я вообще вот в этот приезд я обратился в университет в Николаеве, там есть такой бывший ПИДИН и в НКИ, и я им предложил как раз чтение лекций на вот эту тему по этим трем книжкам. И мне было бы, конечно, интересно, не только интересно, а общаться со студентами, потому что вот это общение, оно дало бы и новый импульс, и новые идеи какие-то. Но есть проблема, она чисто бюрократическая, потому что, хотя я имею статус закордонной украинцы, как бы могу здесь жить долго и как бы даже работать, но когда я обращаюсь к ректору университета, он говорит, а как я вас возьму? У вас должен быть код, как я вам могу платить? У вас должен быть код, у вас должен быть украинский паспорт. Понятно, да? Вот, я надеюсь, что это все, конечно, будет развязано, и я смогу что-то своей любимой родине, своему любимому городу дать. То, что я приобрел там. Там я много приобрел. Я дякую вам ще раз за все це і ще раз висловлюю впевненість, що наша зустріч це не остання. Ми ще обов'язково побачимось. І з вами також залишайтесь на нашій хвилі. Хай вам щастить. В ефірі побачимось.